На прием к Юрию Полякову жительниц Витязева привел конфликт с соседом. Он, по их словам, незаконно построил в переулке Звездный 6 гостиницу. Муниципальный контроль проводил обследование и выявил нарушения в земельном законодательстве. По ним готовятся материалы в суд. Юрий Поляков поручает провести повторную проверку, причем всех строений в переулке Звездный. Маскировка коммерции под ИЖС – распространенный способ ухода от налогов. Игорь Богданов, житель хутора Чембурка, с вопросом о ремонте и освещении улицы Озерной. Дорогу отсыпали и грейдировали 4 года. Назад, но сегодня вновь требуется щебень и техника. Надо сейчас отсыпать там улицу, записывайте в поручение, отсыпать ямы, а посмотреть, что там происходит и что у нас с этим самым. И освещение вообще нет. С освещением надо хотя бы на углах поставить. Наталья Голдырева рассказала о проблеме водоснабжения ее дома в ДНТ Южное. К обсуждению подключили руководителя Анапского водоканала. Альберт Гарифуллин обратился с земельным вопросом. Консультацию дали специалисты правового управления.